Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня уникальный случай. На самом деле, я представляю соведущего на сегодняшний выпуск программы, не только, может быть, на сегодняшний, но и на следующий тоже, Сергей Юнгенс, руководитель Государственного театра оперы и балета. И, знаете, вот мне как журналисту очень приятно, на самом деле, после всех тем ЖКХ, после всех тем какого-то городского, республиканского хозяйства, перейти к очень высокому. Тем более с такой аудиторией, да? Тем более, когда руководство республики вступает с нами в прямой диалог по очень интересной теме. А тема будет интересна всем, но для начала я бы хотел попросить наших выпускающих включить нам один интересный видеоролик. Давайте. В какой миг зарождается истинное искусство? В момент прикосновения? При созерцании прекрасного? При взаимодействиях с окружением? Искусство – это ремесло? Или точная наука? Оно неизмеримо, неуловимо, неукротимо. Как страсть ради цели своей, сметающая все на своем пути. Государственный театр оперы и балета представляет. Опера «Юко и Анеке». Здравствуйте, сейчас мы посмотрели имиджевый ролик, который мы сняли специально для предстоящей премьеры оперы «Юко и Нике» на музыку композитора Николая Михеева и либретто Артема Золотарева, премьера, которая состоится 18 и 20 декабря в Театре оперы и балета. У меня есть такой вопрос к автору музыки Николаю Михееву. А насколько то, что вы сейчас увидели в этом ролике, насколько та атмосфера, которую мы сейчас увидели, соответствует вашим ожиданиям и тому, что вы вкладывали в музыкальный текст этой предстоящей оперы «Юко и Анеке»? По этому ролику? Или как? Ну, получается, это имиджевый ролик больше всего, а в опере немножко там другая тематика. Ну, а какая тематика у оперы, по-вашему? Северная тематика, юкагиры, малочисленная народность. И автор поэмы Николай Курилов, а либретто Артем Золотарев, получается. Приходите 18-го, увидите. Опера писалась 3 года. Да, о любви опера. Скажите, пожалуйста, а каким образом вообще зародилась идея написания этой оперы? Идея зародилась вначале у Николая Курилова. Потом он обратился ко многим композиторам, к старшим. И потом в итоге получилось, что он ко мне пришел. И с министерства был звонок министра, и я дал согласие. То есть все-таки определенный, скажем так, административный ресурс в этом случае сыграл, да, Николай, получается. Но на самом деле, Николай, вот Сергей Сергеевич, вы приехали в Национальную республику, да, национальную. И посему вы зашли чисто из сферы искусства в сферу политики немножко, потому что национальная это и национальная политика, это и какие-то уникальные вещи, но поскольку на языке у юкагиров, допустим, но писатели, авторы только здесь обретают, только здесь творят. Посему вот любой национальный репертуар можно сказать, что он уникальный. Вы работали со многими национальными театрами, да, так что, наверное, есть что сказать. На самом деле, на сегодняшний день во многих национальных республиках, не только в республике Саха-Якутия, но и в республике Башкортостан, в республике Татарстан, в Удмуртии, в республике Мариэл, Чувашии, во всех театрах оперы и балета идет национальный репертуар. Но вопрос возникает в том, какова общая доля, валовая доля этого национального репертуара в общем репертуаре театра, и как урегулируется и
взвешивается это количество, в каком городе, в каком театре этого много, в каком театре этого мало. Это, конечно, вопрос очень сложный на сегодняшний день, с одной стороны, и интересный. Я считаю, что сегодня мы, как театр опера-балета, который пропагандирует классическое искусство, классическое искусство — это мировое музыкальное искусство, а национальное искусство народов, проживающих в республике Саха-Якутия, — это часть мирового искусства. И у меня есть встречный вопрос к Туяре Игоревне, к директору филармонии по поводу того, насколько бы вам было сегодня интересно прийти в театр опера-балета и увидеть новое национальное произведение Юкоя Энике. И насколько для вас интересна музыка, потому что вы имеете отношение к музыкальному учреждению культуры, и что здесь для вас бы превалировало? Все-таки произведение Курилова «Черная морошка» или все-таки музыка Николая Михеева? Появление национальной оперы, уже сам факт его появления, это событие в культуре нашей республики. И я хочу сказать, что в сравнении с другими национальными республиками мы находимся в более выигрышном положении в силу того, что у нас очень активный союз композиторов, и мы счастливы тем, что вот даже вот Николай же рассказал вот историю, что автор либретто, автор, вернее, поэмы Николай Курилов предлагал эту идею нескольким композиторам. Это очень, очень не во многих субъектах нашей республики возможно. Конечно, мне очень интересно в силу и появления, в силу того, что впервые в основу либретто ложится материал юкагирского фольклора. Потом очень интересно, вот как вот этот материал музыкально будет отражен, тем более, что вот на Николая мы, как филармония, возлагаем очень-очень большие надежды. Мы много сотрудничали. Хочу сегодня еще раз поздравить Николая Михеева с недавно состоявшейся премьерой симфонической, как-то фантазия называлась, симфоническая фантазия «Арктика», которую мы исполнили. И премьера ее состоялась в Якутске, в Великом Новгороде и в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра. Вот Дмитрий говорил про административный ресурс, вот тоже как-то пытаемся и заинтересовать Николая Михеева, потому что выпускник Высшей школы музыки, выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Конечно, он сейчас очень-очень востребован, даже, скажем, в силу того, что у нас кинобум, и все производители кинофильмов прямо желают получить саундтреки авторства Николая Михеева. Востребованный автор. Востребованный автор. Очень востребованный. Да? Эстрадные исполнители тоже наверняка тоже, да, а мы хотим, чтобы выпускник такой школы, он все-таки сочинял крупные произведения, симфонические произведения, в том числе и оперные. Вот вы сказали, что сегодня Николай Михеев это востребованный автор, который хочет заполучить не только театр опера-балет, он хочет получить государственную филармонию, и затронули эстрадных исполнителей. Хочется спросить у эстрадных исполнителей сегодня. Эстрадная певица Кюней. Интересно было бы вам сегодня сотрудничество с таким автором, как Николай Михеев, и пришли бы вы на оперу Юкоя Энике в театр оперы и балета? Ну, с Колей мы сотрудничали давно. В самых разных проявлениях музыкальных. И Юкоя Энике, конечно, я обязательно собираюсь посетить, потому что это действительно событие для нашей республики. Надеюсь, что опера оправдает ожидания. Опера оправдает ожидания, вы собираетесь посетить. Я думаю, что многие жители нашего города Якутска и республики придут на этот спектакль. А хотелось бы спросить Владимира Викторовича Солодова, представителя правительства Республики Саха-Якутия, насколько велик интерес ваш личный и ваш интерес как представителя правительства к театру опера-балета и к опере Юкоя Энике в частности. Интересно было бы вам, увидев этот ролик, увидев афишу в городе, увидев информацию в пресс-релизах, посетить наш театр и увидеть этот спектакль? Будем честными, я заинтересовался этой оперой задолго до того, как увидел сегодняшний ролик. И, честно признаться, афиши я еще не видел. Но, на мой взгляд, это, безусловно, явление для нас в Республике Саха-Якутия, потому что мы с полным основанием считаем, что одна из наших сильных сторон — это сохранение традиций многих народов, которые на территории республики живут в мире и согласии многие столетия. И это наша сила культурная, которая двигает нас и в экономическом, и в социальном плане.
И поэтому внимание, которое уделяют композиторы республики наследию и легендам, и культуре коренных малых народов Севера, в данном случае Юкагиры, оно, конечно, заслуживает очень большого внимания и не только в республике. То есть это явление такого российского масштаба, а с учетом того, что в целом мы как республика имеем амбицию обоснованную стать одним из форпостов продвижения арктической культуры в мире, то и в мире тоже. И те факты, которые уже сейчас обсуждались, что у нас не только есть композиторы, но и есть конкуренция, есть востребованность, есть конкуренция за композиторов, они еще раз подтверждают эти слова. Ну а я лично, конечно, с удовольствием обязательно схожу на премьеру оперы. Ну и для меня опера вообще не чужой звук. Я считаю, что оперное искусство вообще одно из самых таких совершенных форм современного исполнительского произведения. Я немножко встряну, да, но, как говорил Сергей Сергеевич, вот опыт общения с национальными театрами в Башкортостане, в Татарстане, да, получается, республике Саха крупно повезло, поскольку у нас тут национального репертуара в разы больше. Если Сергей Сергеевич говорит, что там есть такая визитная карточка, одна постановка на татарском языке, да, или на башкирском языке, то у нас чуть ли не по 10, получается, десятками можно считать. Ну, потому что республика Саха-Якутия позиционирует себя иначе, позиционирует себя по-другому. Мне кажется, что сегодня республика Саха-Якутия — это единственный регион, который может представить национальную культуру во всех жанрах. Ни один другой регион Российской Федерации, ни одна другая национальная республика сегодня не может похвастаться таким количеством театров и таким музыкальным искусством, и таким разнообразием, и такой палитрой жанров. Поэтому я думаю, что сегодня в городе Якутске, в республике Саха-Якутия, огромное количество театров. 8 государственных театров в городе Якутске на 300 тысяч населения. Это очень большое количество. Это очень важно, потому что на сегодняшний день зритель потенциально имеет огромный рынок, огромную возможность выбрать именно то произведение искусства, которое он бы хотел посмотреть. Хочется продолжить Владимира Викторовича и спросить... Сергей Сергеевич, да. Я прошу прощения. Да. У нас небольшая пауза во время вещания. Угу. Ну, давайте не то, что подытожим. Да? Мы наметим еще, хотелось бы наметить те ожидания зрителей, которые следят за нашей программой, я уверен. Насколько государство может влиять вот конкретно на классический репертуар? Вообще на репертуар всех театров, включая эстрады, включая кинематограф, все жанры искусства, как государство может, скажем так, защищать, отстаивать свои интересы, проводить свою политику? Об этом во втором блоке нашей программы. Увидимся. Мы продолжаем программу «Один из нас», и не один из нас, а много из нас, которые представляют сферу культуры, сегодня говорят о взаимодействии высокого жанра, да, и общества, государства, возможно, в целом. Я вот, отталкиваясь от ответа Владимира Викторовича, хотел бы задать такой... Вот вы сказали, это высочайший жанр искусства, да? А не означает ли то, что опера это перестает быть... искусством для всех, это превращается в какую-то элитную культурную составляющую? Ну, я тут не соглашусь с вами, потому что вопрос, он на самом деле касается не только оперы, а любых классических жанров искусства. Можно так спросить, относится ли произведение Шекспира к элитным произведениям для ограниченного круга? Относится ли вообще классическая музыка? Относится ли живопись классическая к тем проявлениям искусства, которые предназначены для избранных, скажем так? Ответ, конечно, нет. Любой современный образованный человек обязан прочитать Пушкина, обязан быть знакомым с классикой живописи и обязан, я считаю, что понимать классическую музыку, ну, в том числе оперу. Опера, безусловно, требует некоторой подготовки, так скажем. И поэтому более легкие жанры, там, та же оперетта или короткие оперы, они более востребованы часто. Или балеты, которые часто более короткие по продолжительности, даже чисто времени. Но это не означает, что нужно снижать значение оперы именно как фактора образованности человека.
То есть, на мой взгляд, еще раз повторю, как любой элемент классической культуры и искусства, каждый человек, который считает себя образованным, обязан знать, что такое опера, ну и вообще понимать, какие оперы есть и как развивается этот жанр. Секунду, а есть выражение «много букв»? Всем знакомо, да? Много букв. Но не секрет, что, скажем так, современная аудитория, она более, скажем так, в сторону упрощения двигается. Сама по себе, самоорганизована. Это ко всем вопрос. А представим ситуацию, когда публику, аудиторию, население лишили произведений классического жанра. Вообще, напрочь. Ну, нету государства, допустим, финансирования. Мы не дом Романовых, скажут. Власть придержащая. Представим на секунду ситуацию, когда население лишили классического жанра. Да. И население осталось только с эстрадой, с эстрадой молодой. И хочется обратиться к представителю группы «Завод» Серго Сидорову. Что бы вы делали, если бы население вот в одну секунду лишилось классического жанра? У нас не стало бы вообще государственных театров, и осталась бы только эстрада. Это первый вопрос. И добавление к этому вопросу. Как вы считаете, нужна ли опера сегодня, и что бы заставило вас прийти в оперу сегодня, на сегодняшний день, и были ли вы вообще в оперном театре? Опера для меня, во-первых, это не чуждо, потому что в начале этого года я выступал солисткой театра оперы и балета Зинаиды Колодезниковой. Вот, и... Это был такой ваш совместный проект? Совместный проект, да. Я как представитель хип-хоп-субкультуры, допустим, молодежной. Скомбинировали вместе оперу и хип-хоп. Но вот в этой комбинации оперы и хип-хопа, все-таки вы считаете, нужно ли нам знать, что такое опера, или нам достаточно хип-хопа сегодня? Конечно, это как опера — это как основание. Это основа. Опера — это как основа классического искусства. Классика жанра, да. Венера Федотова, солистка Государственного театра оперы и балета. Как тоже представитель молодого поколения, скажите, вы представительница балетного искусства. Интересно ли вам сегодня тоже идти, конечно, элитного балетного искусства, но в силу сложившейся исторической ситуации, более востребовано на сегодняшний день в Российской Федерации. Венера, интересно ли вам оперное искусство, и что бы привлекло вас, если бы вы не работали в театре оперы и балета, прийти в наш театр и посмотреть оперу? Что ж, опера, как искусство, конечно, оно совершенно очень-очень старое искусство. Основа основ, как говорили. И на оперу я бы пришла, естественно, так как я человек искусства, но если бы я была простым человеком, я бы, скорее всего, подумала о том, опять же, реклама. Как же реклама подействовала на меня, чтобы я видела на улицах города, какая реклама была бы про оперу. Ну, скорее всего, сходила бы. Зависит от рекламы. Ваше направление балет — это тоже, скажем, претерпевающий кризис, да? Но я не знаю, либо я давно не ходил на балет, тогда, но мне все-таки кажется, что балет более универсален, да? Балет более доходчив, потому что в балете совсем отсутствует языковой барьер, потому что в балете есть классическая лексика, и хочется об этом спросить балетмейстера, постановщика театра оперы и балета Екатерину Тащину, которая принимала участие в создании имиджевого ролика «Юко и Нике». Как вы хотели через язык лексики, через язык пластики, язык, можно сказать, даже жеста, выразить мысли, которые вложил композитор Николай Михеев, и те посылы зрительской аудитории, говоря о рекламе, что вы пытались донести до того потенциального зрителя, который увидит этот имиджевый ролик спектакля «Юко и Нике»? Добрый вечер. Ролик для публики делался... Насчет музыки хочу сказать, да, угу. Николая? Кстати, она очень красивая. Кинематографичная очень. Да. Нам... Очень приятно под нее работать, танцевать, создавать, что я сама вот как хореограф создавала, и мне было очень легко. А насчет ролика хочется сказать, что мы его старались сделать не только о Юко и Анаке, да, а о нашем театре, о нашем творчестве в общем. Да, очень хотелось показать зрителям, публике, как это все происходит, вся творческая работа,
что это, например, опера — это не только композитор и не только солисты оперы, хор, да? Это вообще огромная работа всего коллектива. Это механизм, это, знаете, такая сплоченная работа, которая, из которой вот эта вот вся красота должна выйти, и мне кажется, получится очень красиво. И приходите, посмотрите, это будет действительно очень интересно. Это ожидается красивая работа, очень интересная музыка, замечательная сценография. Но хочется немножко уйти от Юко и Ники. Да, немножко отойдем. Прозвучала речь о площадках, через которые аудитория получает информацию. Венера вот сказала, да, о том, где я увижу. Инстаграм или увижу, допустим, да. Либо я увижу в каких-то соцсетях и так далее. Сидит Алексей замечательный. Кстати, ваш театр носит имя его деда, да? Саурона Малона. Саурона Малона, да. Алексей, как человек не оперного жанра, да, но имеющий отношение к культуре и искусству, я видел вот твои посты по таргету, по креативному, скажем так, классу, да, который. Вот давайте, я думаю, что современное течение искусства, оно не чуждо абсолютно тебе. Вот по поводу маркетинга, как продавать оперу, давайте, вот вообще нужно ли продавать? Ну, если говорить о деньгах, да, и опере, конечно, опера, музеи, классическая живопись – это не то, что зарабатывает деньги напрямую. Да, это не для извлечения прибыли, это точно. Да. Но если мы там представим, там, например, предприятие, которое добывает горную руду, и, например, тысячи сварщиков, которые какие-то металлические изделия делают, да, вот опера, классическое искусство – это то сырье, которое потом через какие-то руки переходит в прикладные виды дизайн, там, производство поп-музыки, все, что связано с деньгами. И в том числе там, интерфейсы там, программного обеспечения его делают дизайнеры, которые вдохновляются классической живописью, графикой там, и так далее. И во многом успех вот, якутских, например, ребят из Майтоны, он связан с тем, что у нас очень сильная школа живописи в Якутии, традиционно, которая корнями уходит в якутское декоративно-прикладное искусство. Или наша опера, она стоит на основе лонхо, а лонхо уходит в тысячелетние там какие-то корни берет, да, вот, поэтому конечная монетизация этого всего, она должна происходить в поп-музыке, в каком-то, в кино, в каких-то массовых видах, но это невозможно без развития классического искусства, и поэтому государство должно, я считаю, уделять огромное внимание для того, чтобы мы в будущем наша якутская культура могла бы развиваться и приносить деньги. А можно я 5 копеек вставлю? Да. Хоть меня не спрашивали. Я просто вот на вопрос продолжения Алексея мысли и то, что спрашивали, что сделать, чтобы опера стала популярной. Я очень согласен с тем, что сказали, но мне кажется, главное это сделать оперу модной. И это можно сделать, как вот я пример хотел привести из художественного искусства. Я недавно в Москве шел по центру, в Вахрушинском переулке, где Третьяковская галерея, видел огромнейшую очередь. Не знаю, вот до перекрестка и за угол. Не стоять, наверное, часов 5. Сначала подумал, что какие-то пирожки продают или что-нибудь еще такое. Вот. Но выяснилось, что это вот выставка. В данном случае это был Куинджи, художник, которого так вот в обычное... Еще вспомним, там, не знаю, несколько лет назад, да там пустой зал стоит, где Куинджи выставляется в Русском музее или в Третьяковской галерее. Люди уже сейчас готовы стоять несколько часов в очереди, занимать с утра, чтобы попасть в музей. И вот мне кажется, мы можем создать такое же отношение и к опере через шаг. Потому что, начиная с каких-то внешних атрибутов, сделать себяшку, там, запостить, еще что-то. Загнать в тренды, да? И сделать именно, что модно сходить в театр оперы и балета. Мне кажется, вот это самое главное, что нужно сделать. И филармонию Якутии. Да, Кюней. Да, давайте, можно я как бы от имени своего поколения скажу, да, вот мое окружение, мои ровесники не ходят в оперу. Вот, ну, прямо сказать, да, они не ходят в оперу. Нигде в моей ленте Инстаграма, нигде в моих других социумах, электронных и неэлектронных, нету оперы. Вот реально стоит ли продвигать оперу как массовый жанр?
или же это все-таки элитарный жанр, каким он и создавался, да? Как? Сегодня в вашем инстаграме и среди ваших 75 тысяч подписчиков в инстаграме нету репостов об опере. Сегодня у вас есть, не только у вас, а у всей нашей аудитории, есть замечательная, уникальная возможность репостнуть тот промо-ролик спектакля «Юко и Нике», премьера которого состоится 18-20 декабря в Театре оперы и балета, и увидеть, какой будет резонанс и какой будет отклик, и насколько зритель может проголосовать рублем. А продолжая эти мысли... Я тоже еще ремарочку добавлю. Да, конечно. На самом деле, вот говорили, что нельзя заработать на опере. Опера всегда будет, скажем так, существовать только в случае там финансовой поддержки со стороны либо меценатов, либо государств. Но я приведу пример абсолютно монетизированного, скажем так, классического искусства. Андреа Бочелли. Человек с бешеными гонорарами. Ну, вообще все, скажем так. Но Бочелли, Монсеррат Кабалье и так далее в свое время, они пошли дальше своих жанров и абсолютно, скажем так, они граничат с популярной музыкой. Даже такой популярная классика термин зародился, да? Абсолютно востребованный, абсолютно покупаемый. Как раз можно добавить, что популярная классика, как вы говорите, это как раз-таки больше для широкой публики. А я все-таки не соглашусь с Владимиром Викторовичем, то, что опера – это для всех, опера все-таки это элитарный жанр, и понять до конца оперу сможет только тот человек, который ее действительно очень любит и прикован к ней, ходит на все спектакли, выделяет своих любимых актеров, балета, там, солистов оперы, да, и таким образом он находит свое удовлетворение в эстетическом направлении. А для всех быть... Она не может, это мое мнение. Она, вы не хотите? Она не может. А как воспитать в человека, который потенциально готов, да, принять оперу, но у него, допустим, в окружении нету? Я еще раз говорю о том, что, вот как вы говорите, так называемая доступная классика, она, возможно, здесь идет на помощь, нам приходит, так же, как и, вот, предположим, какие-то проекты какой-то классической музыки, хип-хоп-музыки, балета и нео-балета, там, филармонии, предположим, и эстрадных певцов, они у нас есть в опыте, да, и они действительно привлекают. Сделаем небольшую население. Паузу и вернемся к этой очень такой острой дискуссии буквально после небольшой паузы. Мы продолжаем программу и очень компетентной с ведущей аудиторией продолжаем выяснять, грозит ли классическому жанру упадок, либо ей можно предречь блестящее, абсолютно такое выгодное, коммерчески успешное будущее. Конечно, выгодное, блестящее, коммерчески успешное будущее, потому что мы в Театре оперы и балета затеяли большое количество форматов, интересных проектов, когда мы будем менять абсолютно угол зрения на классическое искусство, будем менять формат и работать с разной аудиторией. Поэтому и гости сегодня у нас разнополярные, гости, которые представляют разные виды искусства, политики, государственной власти. И хочется сказать о том проекте, который будет в январе в Театре оперы и балета, опера Мариса Равеля «Дитя и волшебство». Спектакль, который задуман всего на 80 зрителей. Это такое, можно сказать, эксклюзивное зрелище, семейная опера и для взрослых, и для детей. Достаточно сложная музыка. Хочется спросить директора кинотеатра «Лена», у которого есть опыт работы в руководстве театра эстрады. Как вы считаете, насколько сегодня вот такой отход от классического восприятия детской семейной оперы может быть востребован в Якутске? И как вы считаете, проголосует ли сегодня зритель рублем и придет ли на такой камерный формат семейной оперы? Ну, вы знаете, в любом случае, вообще любой эксперимент, он как бы приветствуется, лишь бы это не было пошло. А с другой стороны, сегодня мне очень нравится тема вообще, когда мы говорим, нужна ли классика вообще сегодня, да? И вот затронули очень мне тоже больную мою тему, потому что я являюсь, помимо того, что я директор кинотеатра «Лена», еще и эстрадным певцом, вот. И вот насколько вот, какая вот глубина разницы вообще во всем этом, да? Я бы об этой теме очень хотел бы поговорить на самом деле.
То, что вот академический вокал и опера, и балет, это является высоким искусством, и это является классикой, это бесспорно. Оно такое и есть. Но когда оно зарождалось? Когда оно зарождалось? Оно зарождалось еще... Галантный век. Да, это... Когда Инстаграма не было. Когда не было Инстаграма, и, кстати, она зарождалась, вот академический вокал как раз, зарождался, когда не было аппаратуры. Именно поэтому и ставили голос, для того, чтобы он как бы не сел, и для того, чтобы его было слышно, и для того, чтобы не слишком напрягаться при всем этом, такой голос и ставился. Ну а сегодня мы имеем всю аппаратуру, которая позволяет эстрадным певцам вытаскивать больше индивидуальности. Все-таки я считаю академический вокал все-таки вокалом, которым... Когда вот у артистов, у певцов из голоса все-таки делают определенный инструмент, который стремится именно к классике. А классика – это как раз-таки вообще определение этого слова, это пример подражания, это как бы предел, да, вот это вот, тому, к чему мы должны всегда стремиться. Вот. Все-таки эстрадное пение – это все-таки индивидуальность каждого человека, именно природная индивидуальность. И в эстрадном искусстве, мне кажется, все-таки, вот, простите меня великодушно, но мне кажется, там больше творчества и больше искренности, именно потому что... Не каноническая. Да-да-да, потому что она не каноническая. Потому что именно она чувствуется исполнителем. Вот, например, смотрите, есть такие певцы, как Стинг, Брайан Адамс, которые со своим... голосом природным никогда бы не смогли стать академическими, вокалистами академическими, потому что у них изначально сиплый, севший голос, но когда они поют, когда они передают всю свою искренность и всю свою индивидуальность, тут раскрывается еще немножко совсем другая тематика. Вот поэтому, мне кажется, это вещи несравнимые. И все-таки вот классическое произведение, классика, все-таки в 17 веке это было популярными произведениями. То есть и музыка тогда была, это поп-музыкой. Что такое поп-музыка? Поп-музыка – это популярная музыка. А сегодняшняя классика, которая зародилась в 17 веке и еще развивается до нынешних времен, да, это как раз-таки популярная музыка того времени. Не, ну и тогда же были, скажем так, скоморохи те же. Да, конечно. И сегодня в городе Якутске есть театр танца, театр эстрады, филармонии, театр оперы и балета, который несет на себе функцию сохранения классического музыкального искусства. Сохранение классического музыкального искусства, но никто же... Мы же можем поспорить по поводу того, что и сегодняшняя музыка может стать классикой через века. А вот мы спросим у представителя группы «Завод» Александра Безрюкова. Насколько сегодня современная музыка может стать классикой? Вы, как представитель современной эстрады, как вы считаете, возможно ли, что то творчество, которым вы сегодня занимаетесь, в вашей группе станет классическим произведением и останется в веках? Ну, на самом деле, я начну с того, что мы занимаемся современной хип-хоп культурой, то есть, в частности, хореография, и мы в основном заимствуем, ну, не сказать заимствуем, а больше работаем с западными. У нас есть некоторые представители икон уже нашего мира, нашего времени, представители западные. И сказать, что, допустим, опера либо классическая музыка никак не соприкасается с нашим творчеством, с нашей веткой именно деятельности, то, так сказать, никак нельзя, потому что очень и очень давно, когда только и зарождалась именно современная хореография в 80-х годах, большинство стилей на самом деле, то танцоры и хореографы уже тогда ставили, получается, хореографии, композиции, номера под классику, но уже со своей манерой. То есть получается, как зарождалось современное искусство? Современное искусство – это как бы из ряда вон тогда было, когда все слушали классику, все слушали оперу, какое-то нечто высокое. Да, с этим, конечно же, спорить нельзя, то что это… Мне лично кажется, что опера и классика – это точка отсчета, от которой все нынешние. Да, даже скажу вам, гарлемские исполнители, да, помните, вот трек был «Темнокожих исполнителей» с фрагментами из «Князя Игоря», да, очень популярный, на вершинах чартов был и так далее. Но
Я лично, допустим, считаю это неким таким декаданс, когда классический жанр заигрывает с современными формами, да? Консерваторы, скажем так, вашего течения могут же воспринять это как предательство, как вероотступничество. Наша задача, как управленческой команды Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, сегодня сделать так, чтобы классическое музыкальное искусство нашло отклик в сердцах и консерваторов, и представителей популярной музыки сегодня современной, и, так сказать, среднего класса. Поэтому мы пытаемся находить те формы соприкосновения со зрительской аудиторией, которые бы максимально нашли отклик во всех. В марте 2020 года ожидается премьера белорусской постановочной команды балета «12 стульев». И хочется спросить балетмейстера... Со Стапом Бендером? Со Стапом Бендером и Кисой Воробьяниновым. И мы очень надеемся, что представитель правительства Республики Саха-Якутия посетит этот спектакль и увидит на сцене белорусскую постановочную команду Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. Владимир Викторович, насколько вас привлекает 12 стульев сегодня в Театре оперы и балета? Я сначала хотел отнестись к дискуссии до этого, что мне кажется очень неправильно говорить «или-или». Или опера, или эстрада, или одно, или другое. Конечно, и то, и другое. Просто есть более сложные жанры, есть более простые жанры. И в самой опере она же очень разная. Вот. Поэтому я считаю, что на самом деле очень правильно следовать разнообразию в репертуаре. И в этом смысле я горячо, как зритель, поддерживаю, чтобы в репертуаре театра, оперы, балета были как классические, ну и довольно сложные образцы музыки, типа Равели, которого вы уже приводили, или там классические образцы Мусоргского или Бородина. И одновременно были эксперименты, которые вполне доступны. Я уверен, что сюжет «12 стульев», так близкий нам всем, он сможет привлечь дополнительную аудиторию в оперу и для посетителей, для аудитории раскрыть жанр классической музыки через вот эти более понятные, более узнаваемые нами сюжетные линии. Екатерина Лаврентьевна, скажите, пожалуйста, сегодня ожидаем этот спектакль нашей балетной труппы? Насколько интересно нашему балету поработать с такого рода произведением? Да, конечно, это очень ожидаемо для нас. Нам очень хочется попробовать себя вот именно в этой стези. Классика – это, конечно, хорошо, но мы всегда любим тоже заняться чем-то новым для нас, да? И вот этот вот как раз-таки про 12 стульев хочется сказать, что мы там будем работать не только с балетмейстером, да, но и как с режиссером. Да, у нас будет вот такой вот интересный, как сказать, эксперимент, да, что у нас будет не только балетмейстер ставить этот балет, но и режиссер принимать участие во всем этом. И вопрос... Давайте мы у нас заканчивается время первой передачи, она очень интересная на самом деле тема, мы немножко, видимо, начинаем затрагивать струны, люди уже начинают говорить искренне, да, про свои отношения. Очень импрессивное выступление Алексея, запомнится. И я говорю, разговор о взаимоотношении общества и классического театра, классических видов искусств, мы продолжим в следующей нашей программе с участием и председателя правительства, и деятелей культуры, блогеров и ваших покорных слуг Сергея Юнганса и Дмитрия Аргунова. Увидимся ровно через неделю.